Да вы даже еще не видели мою истинную форму! Высерим скоро падет на колени перед темными лордами! Адамас, нам крышка. Лишь только мы вдвоем не сможем победить демоническое воплощение темного лорда. Но ведь что-то мы можем придумать. Этот мир обречен. Можно. Еще можно кое-что сделать. Нет, так нельзя. Ты о чем, Адамас? О чем-то ужасном. Адамас, ты должен сказать мне. Я могу использовать запрещенный космический уебатель. Он призовет метеорит. Адамас, но так нельзя. Это единственный шанс. Адамас, если применить это заклятие, ты знаешь, что будет? Да. Метеорит уебет всех. Женщин. Ребенков. Деревья. Животных. Всю окрестность города Данган. Адамас, если ты призовешь метеорит, пути назад уже не будет. Но у меня нет выбора, Ландар. Нет. Адамас, я запрещаю использовать это заклинание. Призвать метеор — наш единственный шанс. Да, он уничтожит Данган. Но у Высерима появится шанс. Черт возьми, ты прав! Адамас, призывай свой космический уебатель. Глупые смертные, вы все умрете! Все человечество испарится! Высерим превратится в пепел! Для меня было честью служить с тобой свету, брат! Это честь для меня, Ландар! Мальчики, метеорит открыл мою истинную форму. Как-то даже и не ожидаешь, что истинная форма у него настолько коварная. Я уже осмотрелся, нет ли где жены вблизи. В таких формах мы владычицу точно победим. Ага. Слушай, а нет заклинания, чтобы ее скопировать? Ну, типа, чтобы их две стало. Да, как раз случайно, на этом же свитке. Ну так давай, конечно, нас же двое, чего мы делимся? Да, точно, нам расслабиться не помешает, мы все-таки мир спасаем как-никак. Да, уже не делимся, начать их побеждать, скорее, давай.